Ну вот тут он самый Роботрон, который даже не Роботрон, а Даро 202. Тут у нее 10-тысячный табулятор. Здесь у нас мотор, тот самый из предыдущего видео. И вот он, как бы, выбег у него какой. Довольно-таки порядочный. И это он все крутится, пока выключен. Я уж не знаю, сколько ему можно пропечатать. Вот. Вот такой выбег. Крутится вот просто как сдуновение ветра, можно сказать. Хотя было так, что мне небольшим молоточком пришлось из него выбивать этот ротор. Хотя он... В общем, готово все. Теперь тут нужно почистить некоторые вещи. В частности, этот тормоз табулятора у нас на 24-м Роботроне такой же. Конденсатор новый. Тут поршень, все это. Дукативский на 4 микрофарада. И вот в чем... А, ну кто хочет посмотреть, вот вам серийный номер. Ни от кого не скрываю. 283-818. Выпуска оно... Ну, мотор, допустим. Так, я стрелочку тут нарисовал. 77-го года. Это тут непонятно совершенно. Ну, 11, не знаю, это 11 или не 11, но тут 77-го года, короче. Шрифт у нас еще классический Пика. Как на Оптиме. Включим машинку. Вот он пошла, это вот место у нее опасное, потому что тут сила большая, как бы, здесь, ну, это так, как бы, оно еще почищено будет впоследствии. Вот, и тут вот у нас, таким образом работает переключение, которое нужно сделать, и вот клавиша пробела. Где-то тут вот шестеренку, вот тут, в этом месте, смазывать надо каким-нибудь, ну, типа выдышки, только выдышка это не смазка, то есть проникающей смазкой, вот. И в чем, собственно, главная проблема вот таких машин, это вот эти вот буферы, на которые сегмент приземляется. То есть она так и так печатать у вас хорошо, нормально, красиво не будет. Потому что вот эти вот винты выставляют то, как будет приземляться, как бы, литера к валу. Как будет печататься буквы и так далее. То есть это все нужно настраивать. Ну и бонусом, конечно, здесь все вот эти вот суставы, они тут. Вот здесь под клавиатурой, там снизу под валом, под валом. Это все нужно смазывать. Ну и здесь у нас находится шаговый механизм. При провороте вала тут поднимается вот такая вот собачка. Как тут вручную, ну сейчас, наверное, ну, не подниму. Фиксирует каретку, зубчатые рейки, и тогда происходит, как бы, небольшая такая вот прокрутка вала. Вот с помощью вот этого тросика тяги каретки. Ну а перемещение по шагам, это тут просто вот раз, и вот эти вот собачки, они там одна... Убирается, другая встает куда надо, и в итоге происходит шаг. Вот, тут вот у нас все это потом прочищу, но здесь уже